Всем привет, дамы и господа, с вами снова Александр, и сегодня я вам буду рассказывать о кресле. Это самый настоящий топ среди кресел категории 2-3. Это со 100 сантиметров до 150 сантиметров, с 3 лет и старше. Почему 100? Ну, громко сказано, конечно, топ, но у Рёмер бренда, Britax Рёмер, это самая старшая модель, самая навороченная, самая безопасная в своей линейке в категории 2-3. А это, в принципе, одно из лучших на рынке кресел. У него, естественно, есть хорошие конкуренты, которые прям вот тоже очень хорошие. Но у Рёмера это номер один. И вообще, вот, наверное, если по рынку взять, там буквально на пальцах можно пересчитать такого уровня кресла. Поэтому вот, скажем так, в тройке, в четверке лидеров оно находится. И, естественно, ему можно доверять ребенка. Это очень безопасное кресло, соответствует стандарту iSize. И, естественно, ну, Рёмер, да, что нам тут говорить? У Рёмера нет плохих, в принципе, кресел. Если вы так копнете о бренде, посмотрите, это, ну, наверное, самый такой ответственный бренд, что ли. У них и по материалам хорошо, по качеству изготовления, немецкая сборка, всегда хорошие краш-тесты. В общем, хватит нахваливать, что-то я перехваливаю уже этот Рёмер. Ну, он действительно достоин внимания. И смотрите, 2-3 категория со 100 сантиметров, то есть у нас где-то это в 3 года наступает. И можно, соответственно, использовать это кресло. Здесь, как вы видите, нет пятиточных ремней, и ребенок пристегивается автомобильным ремнем. Сейчас я вам покажу. Из интересных фишек. Здесь есть XP-Pad система. Вот такой вот маленький крючок между ног у ребенка. Это нужно для того, что когда... Давайте я прямо на деле вам покажу, заодно увидите, как пристегнуть можно ребенка. Естественно, ремень мы проводим всегда в направляющем. Смотрите, вот здесь направляющий. В каждом обзоре 2-3 категории я говорю о том, что это важно, и не устану об этом говорить, потому что это безопасность наших детей. В направляющем проходит вот здесь ремень. Высота подголовника до плеча ребенка не больше 2 пальцев, не меньше 1. Если вы сделаете выше, вам так покажется удобнее, это неправильно, ремень будет на горле. Это очень опасно, поэтому так не делаем, это вот золотое правило для вас должно быть. Смотрите, верхний ремешочек проходит у нас вот здесь. Это нужно для того, чтобы при ДТП ремень не травмировал так ребенка. А вот эта вот штучка нужна для того, чтобы... Смотрите, я сейчас пристегну. Так, смотрите, вот с этого ракурса вам виднее. Вот здесь проходит нижняя часть ремня, и это нужно, чтобы на 30% снизить нагрузку в ДТП от ремня автомобильного. С паховой зоны ребенка снижается нагрузка. На 30% от XP-Pad система снижает нагрузку с плечевой зоны. Поэтому вот этими штуками нужно пользоваться. На самом деле 30% это на самом деле очень-очень много. Ремни действительно так неплохо травмируют, и вот эти вот системы фирменные, рёмеровские, они очень актуальны на самом деле. Эту модель старшую отличает от младших именно наличие всех вот этих вот систем. Кстати, здесь сейчас в новых моделях изменилась система SICT, она раньше так выкручивалась с нужной стороны, сейчас же одевается просто со стороны, где дверь. Ее можно поставить вот на такое расстояние, и, соответственно, в зависимости от расстояния до двери, можно ее одеть по-другому, будет чуть-чуть более плоской. Вот, поэтому у вас есть такой выбор.
Собственно, что касается крепления самого кресла, вот как я сейчас показал, пристегнул ремнем, этого уже по большому счету достаточно, потому что ребенок с креслом уже пристегнут. Но в этой модельке есть полноценная система изофикса. Вот нажимаем кнопочку, он выезжает, заезжает. По глубине регулировка своего рода, и он вот такой гибкий. Это нам нужно для того, что автомобили разные, и изофикс находится в разных автомобилях на разной глубине, под разным углом, поэтому у нас есть вот такая возможность. Бывает еще такое, что кресло в автомобилях чуть ли не под 90 градусов, а мы хотим немножко наклонить. Вот чтобы нам немножко наклонить, у нас есть возможность немножечко так выдвинуть и освободить ход для наклона спинки. Напоминаю, если вдруг у вас в автомобиле сзади, там на крузаках такое бывает, сильно наклоняется сиденье, это не значит, что вы и это кресло так можете наклонить. Если вы дальше, чем нужно, наклоните, ремень опять двинется к горлу. Поэтому смотрим, смотрите, вот, по идее, вот это максимальный наклон. Его достаточно, чтобы ребенок там подремал в автомобиле. Лежать нельзя, очень опасно. Поэтому имейте это в виду. Вот я устал уже на самом деле говорить, но буду говорить это всегда. Следите за положением ремня. Безопасность наших детей – это в первую очередь самое важное. Потом же только все остальное. Кстати, еще на этих новых моделях кресло стало, наружный объем уменьшился, и оно стало компактнее. Сидушка стала длинная. Теперь, ну, даже очень высокий ребенок здесь вообще с длинными ногами прекрасно помещается. Сидушка длинная, и самое главное, сиденье очень мягкое. В дальние дороги очень это оценит ребенок. А сверху, ну, сверху классический ремень, не особо мягкий, не особо жесткий, поэтому все окей. Что касается материала, кстати, материал можно стирать без проблем. Единственное, снимите, стирайте до 30 градусов, потому что сядет, обратно уже не оденете, и такой чехол найти, это еще тот квест, имейте в виду. Вот. Про сикт, я не знаю, сказал, не сказал, но вот его можно ставить как справа, так и слева. Он один идет в комплекте, с двух сторон одновременно его нет, потому что он и не нужен с салона. Со стороны двери одеваете, здесь есть крепление под одну сторону и под другую. Вот. По большому счету, в 2-3 категории здесь особо многое не расскажешь. Это очень простое кресло, вообще технически. Но максимально навороченное для 2-3 категории. Здесь использованы все технологии, которые на сегодняшний день существуют. Поэтому оно и достойно внимания. Естественно, оно не дешевое, но за самый лучший продукт нужно платить, за безопасность детей надо платить. А если вы хотите еще и такой брендище, как Britax Remer, купить, естественно, он не будет дешевым. Ссылка на него внизу в описании, напоминаю, будет. Понравится, можете заказать там эту модель, там взять Recaro или Maxicosi Pro версию, заказать домой два кресла на выбор, дома посадить или там на паркинге в машине примериться, определиться и заберете только одно, вам привезут два кресла на выбор в мире автокресел без проблем, и пользуйтесь, это очень полезная опция. Вот. А я единственное, вот хочу мое коротенькое мнение сказать, если есть такая финансовая возможность, это прям шикарный вариант. Оно компактное, удобное, мягкое, безопасное, его потом легко продать, потому что Britax сам себя продает, это очень популярный бренд. В общем, одно из лучших кресел в принципе, поэтому я не могу его не рекомендовать. Если вы можете себе это позволить, я не говорю, что оно какой-то конских денег стоит. Нормальная, в принципе, цена для хорошего кресла. Но не все могут это позволить себе, поэтому я говорю, есть возможность, берите, не парьтесь, суперская вещь, и будете довольны. Ребенок уж точно будет доволен, ну действительно классное. Ну, покупайтесь, вы, естественно, знаете, где Мир Автокресел, внизу ссылочка. Если обзор понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это помогает развитию канала. А вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор и удачи на дорогах. Пока!